Кто-нибудь приносил? Друзья, всех приветствую на канале Меги Гиговой. Я ее зарешал. В этом видео покажу глушилку, которая эффективно глушит Bluetooth колонки и Wi-Fi в диапазоне 24 ГГц. Вот сейчас у меня колонка подключена к телефону, ну либо телефон колонки. Включаю аудиокнигу. Это банку консервов или свечи. Сам я по профессии фельдшер. И в этих условиях мои знания были... Как вы видите, все управляется с телефона. Телефон расположен, ну, почти в упор колонки, поэтому сигнал такой очень будет трудно заглушить. Но глушилка мощностью 5 Вт с направленной антенной легко это делает. Сейчас продемонстрирую. Включаем звук. Вещи и запасы закончатся, это неизбежно. А ваши знания и навыки – это возможность заработать себе на пропитание. Глушилка подключена к источнику питания. Учись вещи. Напряжение 11,5 вольт, например, максимально 12 вольт. Итог выставлен потребление 1,7 ампера. Включаю блок питания. И сигнал прерывается. Вот. Автоматически разорвалось соединение. Потребляемый ток чуть больше 1 ампера. Радиатор еле-еле нагревается. Ну, если понадобится, здесь поставлю уже активное охлаждение, то есть вентилятор. Сейчас буду проводить испытания именно радиуса действия. Ну, я предполагаю, что 10, 15, а то и 20 метров будет свободно глушить, потому что антенна направленная, мощность велика. Отключаю питание. И сразу пошло автоматическое соединение. Измениться очень быстро. У меня есть запас продовольствия, средств гигиены, батарейки, запас на полгода. Я живу в квартире с хорошим уровнем безопасности. Включаем. Все, разрыв соединения. Они научены войной. Только телефон. У меня 4 вида огнестрельного оружия. Из-под 2000 патронов. Вот такая вот эффективная глушилка.